Первый раз моя машинка загружена Теслами полностью. Проехал я уже 1000 километров с ними. Небольшой перевес у меня 400 паундов, но это несущественно. Насколько я знаю, за него не дают тикет, дают тикет после 500, поэтому по закону все окей. Это грязь, я уже думал, какие-то царапины. Опа. А, нет. Новые машинки. Все, смотрю, чтобы было окей. Не царапинок, потому что грузился ночью. Да, тяжесть чувствуется, аж колески просели. Покажу вам икса. Вот такого красавчика. Мне кажется, я вам не показывал джипа еще, потому что сам его не возил раньше. Стеклянная крыша. По бокам тоже такие стекляшки. Он такой, как X6, наверное, внутри, X5. Сиденье не совсем кожаное, тут тряпочное. Ну, наверное, это под заказ. Как закажешь, так и есть. Экран, конечно же. Транспорт мод. Вот такой вот. iPhone. Здоровый. Экран внутри. Прошивочка кожаная, все такое. Качественно. Хорошее. Мерседесовский управление, как обычно. Здесь также вид, переключалочка. Авто хорошее. Даже присоски есть. Присосал. О, как сегодня выглядит Аризона. Небо затянуто. Такое, как будто будет дождик в пустыне. А мы пойдем позавтракаем с пацанами. Нас здесь трое водителей с востока. Короче, три волхва с востока перевозят Теслы. Сейчас там Жека, правда, заправляется где-то на колонке. Должен подскочить на заправку. Мы пойдем где-то закажем каких-то пирожков, блинчиков, кофейка, посидим. Короче, решили Жекой позавтракать. Вот с утречка у нас тут гороховый суп полезный. Особенно в тюрьме, да? Тарелки. А тарелки, да, чисто как на зоне, 100%. Я там не был, конечно, но наслышан. Вот, водичка с лимончиком, кофеек на выходе возьмем уже. Вот такая тема. Трубочки тут не дают, у них традиция такая, все хлебают так. Да, мы сейчас попросим. Трубочки, такой ресторанчик. В общем, приятного аппетита всем нам. Куда мы валим? Валимо? Куда валимо? А откуда, с России или с Украины? Я с Киргизии. А, с Киргизии, понял. Ну да, видишь, отовсюду люди. Россия, Украина. Вы, короче, азиаты. Один с Казахстана, другой с Киргизии. Даже название на траке Казбет. Ля, что так шипит? Это у тебя так шипело, да? А я иду с утра со своего трака. Смотрю, что-то такой шип стоит бешеный. Мне кажется, это на... Мне кажется, это подкачка колес где-то что-то. Или этот, брейк-чембер. Брейк-чембер, проверь. Сильно такой шип, ты что, за такой, да, за такой сразу дадут. А, вот это 16-й год? Капец, вот это гарбич. Вау. Ну да. Ребята, посмотрите, Валимо фирма, трейлер. Это ужас какой-то. Хлам ржавый, как мой. Хуже, как 2003-го у меня был. Обалдеть. Что там? Чё? Шланг порвался? Такой коротенький, может поменять можно? Да, на здесь на продают, может быть. Надо, я у меня рвался тоже. Да.
тоже Теслы. Везут ребята, мы с одного места загрузились. Тоже Model X, а остальные все троечки. Видите, а мне дали Model X, Model S. Нечестно. Каскадия. Что-то оно так работает ровно. Тут стоит, кстати, глайдер Detroit. Detroit с 60-й серии. Каскадейка. А видите, как делают здесь? Какую опцию? Валимо, он идет вот так всегда. И на него многие машины не помещаются. И многие люди просто переваривают вот так, делают, чтобы помещалась хотя бы машина, как на Миллере или на Катреле. Но я удивлен, конечно, сильно, прям сильно ржавеет этот трейлер. Он вообще ужас. Покраска. Страшно. Представьте, это 2016 год прицеп. Вау. А денег стоит он так же, как и Катрел. Чуть-чуть дешевле на пару тысяч всего лишь. Смотрите, как он шатается по бокам. Куда он поехал, Жека? Куда поехал? Пускай заедет. У меня рвался здесь шланг на Брэк Чембер. Я покупал. Долларов 70, кажется, стоит, правда, но... Слушай, тут Детройт стоит, обычный глайдер, да? 60. Да, 60, без дефа, без ничего, да? Воняет. Заедь, спроси. Спроси, у них вроде есть эти шланги. TA сервис. Спроси просто шланг. Там два этих открутить, там легко... Будешь стоять долго? Ну спроси. Лучше сам уедешь быстрее, а так они тебя на целый день могут задержать. Надо найти шланг какой. Спроси, если есть в наличии. Валимо, Жека, ну это ужас какой-то, правда? Как так может 16-го года выглядеть прицеп? Я не могу понять. Ужас. Ужас! О! Наши два солнышко стоят, отдыхают. Слушай, может потому, что мне дали одну Model S, у меня дороже выходит, не думаешь? Нет. Но тебя Андрей тоже поехал. Да? Тоже у него Model S и X. Пойдем в дверь. Что посмотрим? А, дверь. Давай глянем. У тебя тоже так чуть-чуть. Что? Ржавчинка есть. У меня пока еще. Это же это. Или это. Промазываешь когда. А, окей. Не, ну это нормально, да. Не, железо на Катреле в 1000% лучше. Покраска. Да, без свои нюансы, конечно, есть, но покраска лучше. Так дверь замкни и все. А че, я не пойму, кто там лазил? Не вырвали хоть экран, ничего? А? Она потом закроется, да, и она посильнее. Нормально, нормально. У меня было же наверху так, я даже сказал записать, чуваку, запиши, говорю, потому что у меня окно не закрывается. Потом залез, смотрю, оно закрыто. Нормально. Вот такими Теслами мы загрузились. Хотел бы себе такой, Жека? Катался, да? Вот чисто по городу, да? Да, чисто по городу. Ну, я бы тоже. Ну, мне X нравится. Слушай, X вообще, ты видел X, да? Видел. Огнище, огнище. Беленький. Ага. Внутри у меня черный. 19-е колесики. Я помню, тоже мучился, искал их. Слушай, у тебя расстояния здоровые между этими машинами. По фиту. Да, беленький X очень смотрится хорошо. Беленький. Внутри тоже белый, да? А троечка ничего. Тройка. Железо тонкое тоже. Как на Хондах.
Тесла, Тесла. У тебя есть ключ под фильтр? Не. Старым был. Какой фильтр? Да масло. Не мавро. О, что у тебя с деф? А, ты разбрызгал чуть, да? Да, блин, нам это. Надо помыть, заехать траки нам. Что-то сильно грязное. Въехал там, блин, как качество, по-моему. Ну. Lone Star. Да, единственный из интернешналов, мне кажется, достойный трак. Хотя бы смотрится классно. Брутально. Когда ты же его менять будешь? А? Когда менять будешь? Типа? Менять когда будешь? Ну еще пару лет можно. Пару лет это 6-7. Что 6-7? Лет. Как ломаться начнет, так будет. О, это хорошо, что он не ломается, конечно же. Три года, 4 года ты на нем. 16 года. Да. Красавчик. Ну, дай бог, чтобы еще он долго проехал и не ломался. 1,5 миллиона можно продавать тысяч за 70. Олени. Ладно. Заводимся-то, едем, что. Или будем ждать этого Игорька. Слушай, не знаю, где что, как. Это тебя кто-то поцеловал. Где что, как, не могу понять. А что не знаешь? Как будто от колеса или что. И фару чуть-чуть прошкрябал аж отсюда. А когда ты увидел? Когда в рейс начал ехать, дома стоял. Дома подхожу, что-то? Не понял. Бам-бам-бам. Как так можно поцарапать? Это дома я поцеловал. Ну. И не признались, уехали. А как колесом? Что, колесо так высоко? Ну, да не, ну ты что, колесом он поломал бы. Здесь бы было видно. А тут именно прямо вот в этой части. Ну как так? Не могу понять. Ну почему? Смотри, если я под джигу колесо выверну, я как раз на печатку не заеду. Посмотри, моя колесо. Видишь, когда я спротер... Но ты бы низ протер мне, ты понимаешь? Джека, с тебя знаешь, сколько капот стоит? 5000 на этот, да, у меня больше. Дай мне 2, да, и я тебя прошу. Что интересно, здесь ничего не. Ты когда парковался, я видел на камере, что ты мне поцарапал. Да, так что. У тебя же камера, а что не можешь посмотреть? Да, она месяц только держит, и все. Вольвочка тоже грязная, видите, жёлтая. Капец, она грязная, надо заезжать срочно на мойку. Вообще просто. Вольвешник. Бриджстоун еще оригинал, все. Должно, 50 тысяч только проехал. А у тебя... У тебя Китай какой-то? Да! Пойдем посмотрим. Фигня, Бриджстоун это... Бриджстоун Мишелин the best. Ты о чем? Смотри, цвет у нас почти одинаковый, да? У тебя чуть светлее. Да. Суй туды. Чего? Сумитомо. Made in Japan. А, Japan это неплохая резина, да. Мне нравится рисунок хороший, все такое, знаешь. Вот я специально. А ты тою не поставил, да? Что-то. Нет, ты на этот повелся. А вот тут как разрезы, ну, вот такие стоят. Там не зажимы. Разве? Она будет бы неравномерно сниматься. А у меня как? Не, мне нормально. Это нормально. Мы же иногда на бордюр заезжаем. Да, тоже правда. Не, у меня хорошо, пока ничего. Пока ничего. Я бы, конечно, колпак бы где-то взять бы еще. Меня уже в комментариях съели. Да, за этот колпак. Надо купить. Он 200. Ребят, он $200 стоит. Давайте задонатим. Вот, я не знаю, кто мне его стырил или он сам отлетел, но что-то $200 так жалко тратить на него. Но я куплю обязательно когда-нибудь. Вот, смотри, тут уже болтик у меня открутился. Вольво потихоньку разваливается. Вот. Он видно где-то. От вибрации. Ну, в общем, как-то так. Надо ехать на мойку. Мыть. Алло. Мыть и выезжать. Вот это горы такие, ну, тут в Аризоне. Мы тебя тогда подождем. Что там? Да, что, полчаса подождем? Полчаса подождем, да? Подождем. Они сказали, полчаса поменяют? Да? Полчаса поменяют, да? Да, там никого нет. Ну, пойдем туда посмотрим. Да, идем посмотрим, что там Игорьку сейчас менять будут. Шланг на брейк чембер. Порвался, да, у него шланг? Чего нет?
Видно, где-то перетерся. Аранадо. Это Сентури тот же самый же. Будете задувать во все щели. Коронадо все так делает. Или вот такого. Классик, смотри. Мамочки. Что это такое? Вот это, конечно, грабяра. Не, я понимаю, он, конечно, смотрится брутально, но на нем работает только по прямой, конечно, ребята, извините. На нем вы никуда нифига не заедете в Бостоне на улицах. Но соглашусь, выглядит интересно. Кстати, тоже возит машины крытые. Значит, заезжает где-то в Лос-Анджелесе в широких улицах. У этих пацанов в сервисе даже гриль стоит. Видно, тут настолько много работы, ребята, что им даже есть время, когда пожарить мясо. Я в шоке. Молодцы. Жека, что ты думаешь насчет вот этого бесполезного аппарата? Обнаглели, да, вообще все сервисники? Уже грили ставят у себя. Шашлыки жарят. Нет траки ремонтировать, они шашлыки жарят. Красавчики. Че, Игорек? Пойдем посмотрим, где какой шланг. Быстро приняли на Петро. Сейчас делают. Слышите, шипит. Надо флажок себе взять. О, возьми. По 80 идти ставить. А, эти презервативы на колеса. Чтобы не скользило. Да. Таня, спасибо. Я в такие края не езжу. Чтобы не залететь в погоду. О, хорошие резинки, Жека, зарплату нашу с как его? Деньги наши. А нет, в кучу не собирать. Маленький. Мне тоже, кажется, порвутся, вот да. Я думаю, вот это лучше будет. Да. О, да, давай возьмем. Потому что у нас такие пачки денег здесь в Америке, что я думал, вот это может взять, сворачивать по 100 тысяч пачки. Но не, будет порваться. You don't have it? Okay, that's fine. Флажочек. Женька, он вообще без флажка ездит. Женька, ты нарушитель, Женька. Как это ты без флажка ездил? Давай ты повыше повесь мне флажок, а я у тебя повешу один. Вот там, блин, ну надо было тебе догадаться, да? Так, ладно. У меня висит какой-то, но видите, он такой старенький. Сейчас мы новый повесим. Это для того, чтобы вас далеко видели, ребят. Давай, Жека, покажи. Покажи высший класс. Как флажок вешать. Ладно, ты пока вешай, я покажу людям, как днище смотрится у Теслы. Глушитель там, все дела. Кстати, ребята, да? Вот тут батарея стоит. Просто все гладкое. Полностью. Одна подвеска вот тут. Заглянул вам подальше. Конечно, это хорошо. Все, но эта машина бывает цепляется, если низко сильно, пузом. Уже цепанули, да? Ага. Еще так без палева, кто-то цепанул. Нет. Ты цепляй за эту ерунду, Жека, за вот эту. Сюда крючки вставляй. Вот это. Она должна прям с краю быть. А еще лучше, если ты ее на Теслу подцепишь. Вот так. Все, ты в теме. Теперь я вешаю. Надо же показать профессионально, как мы вешаем.
Да, перчатки одень, Миша. А, стой, да. Да, перчатки. Настоящие дальнобойщики вешают просто. А то ручки из парты и из парты. Что, говоришь? А, на камеру не хочешь выкинуть? Типа интеллигент? Проверим маслечко. По горам гонял, сколько уровень масла остался. Будет видно. Так. Что ты говоришь? Ох, ё. Это я криво стою или у меня масла меньше стало? Слушай, у меня меньше уровня, да, реально. Но просто тут... я думаю, я, может, криво стою. По горам ездишь. Не, у меня вчера я проверял, было идеально. Что, вообще не проверяй? Пусть оно все высохнет, а потом само даст о себе знать. Я тоже так всегда делаю, правильно. Лампочка все покажет. Его нет это, да? Ну, да, я думаю, что масло это лишний продукт в машине. А ну, открывай. Есть кляпочка? Нету. Сколько у тебя Мишелин передний? Ну, Мишелин это самая лучшая резина, что ты смотришь на нее? Это хорошая резина. О, красный дракон. Вообще масла нифига нет. То же самое. Капец. Ну да. Что делать? Ну, что делать? Я-то его заводил. Ездил сейчас. Можно долить. Я ты, говорит, заводил, ездил сейчас. Можно долить. Ты же понимаешь, уровня нет. Но я просто подозреваю, что мы стоим криво. Потому что, ну. Посмотрим. На следующем стапе поровнее станем, проверим. А это ничего страшного, камень они с завода с такой функцией идут. Когда холодно. Камень они с функцией подтека идут с завода. Но мотор хороший, вообще чистенький у тебя. Смотри, сколько уже 200-300 тысяч прошло, а на нем... Сколько, 500 тысяч км, да? Да. Ну как новенький смотрится у тебя, нормально. Балка, правда, уже поржавела, надо покрасить. Или, или поменять. Рулевая колонка. Вау, ничего себе, у тебя капот держит такие два мощных этих. Передний бампер, конечно, у тебя просто мощняцкий. Вау. О, а что со стеклом у тебя? Ой, давно уже. Серьезно? Да, там еще. Вау. Есть. Такая трещина. Хорошо по низу, да? Не, вот с первого взгляда у тебя выглядает, конечно. Что в первый взгляд? Ну, классный мотор смотрится, вообще ничего. Ни потека, ничего. Как новый, я же говорю, вот как я его новый смотрел, да, ты открывал? Ну, вообще ничего. Ну, какие? Ты его моешь? Я? Иногда. Иногда. Ну. Последний раз помыл. А Мишелин поджирает, да? Не, последний раз помыл, два сенсора поменял. А, о, ну лучше не мыть. Не, было так. Брак, что ли? Так и должно жить, там тоже так. Да, правильно, да, все нормально. Мишелин какой? Все. Чайный? Нет. А что, есть чайный? Не знаю. Завязываю. Ай, Каменс. Хороший двигатель когда-то был. Очки паркуются, индусы. Делать нечего, тут парк... Тут парковки немерено, они задом пихаются вот в эти щели. Что за люди? Всегда залетаем передом, скажи, да? Зачем задом парковаться? Бред какой-то. Индус, вот он как привык парковаться у себя на этих, на базах задом, так они вот здесь и на трекстапах пытаются. А потом с утра встаешь, у тебя фары нету. На этом я паркуюсь вообще. Я вообще, да, подальше. Чем дальше, тем лучше от всех этих приключений. Однозначно. Идем, короче, за кофейком зайдем. Пока там Игорек шланг меняет.
выскакиваем с пацанами уже на Хавее. Они наверх каких-то лосей загнали, оленей на скалу на эту. Вау! Это нереально круто. Вигвам стоит. Фигвам или вигвам. Обалдеть, красота. Они, короче, продают здесь свои сувенирчики и тому подобное. Здесь еще и дешевая солярка. Обалдеть. Ох ты, о, добро пожаловать в Нью-Мексико! С правой стороны. Какой длинный поезд идет сбоку. Загружен полностью Теслочками. Немножко полегче, чем я иду по весу. Ха-ха! Вот вам и Каменс, ребята. Женек легче меня, а карабкается сложнее. What's up, my friend? Что такое? Закрыл лицо занавеска. И правильно делаешь, друг мой. Такого позора еще от Вольвы никто не чувствовал. Я продойду 42. D13 тянет лучше, ребята, чем 15-литровый Каменс. В данном случае. Я не знаю почему, но коробка у меня стоит, конечно, на перформанс, не на экономе. Но тянет трак реально лучше. Женек потерялся сзади. Может, скорость не ту включил. Что-то спереди трак дымит. Или тормоза у него загорелись, или что? Из трубы вроде бы. Зерновоз какой-то. Аварийка ходят. Что-то с мотором. Похоже. А, не, от тормозов дымит. Вау. Тормоза сильно пережал, наверное. Да. И торпил. Ребята, заходим на посадку на Flying J. Это у нас Аризона. Заправимся здесь 3.50 солярка кешем. И минус 15 центов, как я уже говорил. У
меня скидочка. Это дешевле, чем в Калифорнии. По 4 бакса. Вот. Сзади едет еще один кархоллер. Блогер Баласа Транспорт. Алекс, сейчас с ним лично познакомимся. Женек впереди. Еще Игорек догоняет нас сзади. Короче, 4 трака идем с Калифорнии. Это уже движуха. А город называется Винслоу. Винслоу. Вон. Саня на своем сером коне. Жека, наверное, тоже заправляться чуть будет, а может и нет. Заправляемся, ребятки. Погнала. Наверное, полбака залью. Техасе дольюсь. Так, а ну-ка посмотрим, как загрузился Алекс. Ёшкин кот. Вот это, конечно, я вам скажу, профессионализм в карпулинге. Такие миллиметражи. Тоже 780-я вольвочка, девятка, трейлер, как у Жеки. Обалдеть, как же тут все близко. Это нереально. Наверное, такая только маленькая машина сзади и поместится. Чтоб перевеса не было. Смотрите, калифорнийский Volkswagen DAS Auto. Интересный груз. Мне такие машины нравятся. Вот эта Elantra, конечно, бедная. Как она сюда попала? Мама родная. Не дай бог что-то сдвинется. Тут такая будет джанка. О, кстати, где стоит вся эта система. Аккумуляторы, все дела, ничего себе. Классно, удобно. Оверсайз. Нехилый. Че, я уже твой груз заснял? Да. Прикольно, как те миллиметражи, Жак. Ты так грузил хоть раз, не? Маленький же машин. Ну такие, ты знаешь. Посмотри, да просто. Вот такие расстояния. Нереально, вообще жесть. Смотри. Да? Капец. Я не знаю, я бы так бы не заморачивался, Алекс. Это просто... Респект, жму тебе руку за такую работу, это нереально. Сколько вес у тебя? Я очень редко заезжаю. Если у меня сзади какая-то большая будет, может заехать. Ага. Вот так? Нормально. Короче, смотри, у тебя вот тут я удивился. Не знаю, я говорю, если что-то сдвинется, это ж все. Кирдык башка. По идее, не должно ничего двигаться. Все на пинах, все нормально, да? Да. Если 2-3 пальца есть, это по идее уже завод. Слушай, классно. Трейлер, конечно. Трейлер, чтобы деньги делать, отлично. Мне кажется. Ну. Паршачки, ну да. У тебя машинки такие хорошие. Одна маленькая, другая маленькая, это маленькая. Я сюда поставил. Здесь есть, да, сюда, да, допустим, да. Honda Accord. Угу. И здесь примерно такая же. Я эту не смогу уже сюда. Конечно. Это обычно должно пойти вот сюда, где Volkswagen. Ну, короче, тут нужно хорошо знать. Не то, что у меня. У меня все легко и просто, ребята. Я вот это уже начинал. Я слепой его загрузить могу. Это просто очень легко. И то бывает, знаете, ну, проблемы. Была семерка, я ее переделал сам на восьмерку. Вау. Платформу добавлял? Вот это место, где у тебя вот эти баки вот это все стоят, я это убрал, в трак поставил. Ага. Я, ну-ка, сейчас выключу колонку, в Техасе да заправлю, в полбака заправлю. Ну. Так, сколько у меня? Ой-ой, 16. Хорош. Погнали. Пацаны выезжают, Жека пошел. Выскакиваем, немножко подзаправились. В Техасе дозаправлюсь уже, потому что здесь все-таки 2, ой, 3,50, а там будет
кассе может быть до 3. Стоит солярка, поэтому полные баки я, конечно, не заправил. Это, походу, забыл, где выезд. Жека, ты что, забыл, где выезд, Жека? Сделали брейк 30 минут, короче, заправились. Сейчас едем в Нью-Мексико на казино, тоже вместе. В казино там есть классный буфет. Сегодня у нас праздник, ребят, День Благодарения, Thanksgiving. Кстати, всех американских жителей поздравляю с этим праздником. Кто тоже в дороге, удачи, пацаны, вы не одни. Вот, заедем покушать туда, на казиношку, а потом, наверное, будем в Амарилло ночевать. Амарилло — это где большой стейк, вот это я показывал, помните? Я хочу там все-таки попробовать стейк еще. Может быть, с утра завтра было бы неплохо. Таковы планы. А пока вот у нас 3 трака, еще один нас догоняет и горет. Нормально. Работа. Друзья, вон она, казиношка посреди пустыни стоит. Вокруг вообще просто ничего. Поле. Поле. И вот такая вот игровая, гигантская, как говорится, территория. Казино, Рот 66. Это 140-й экзит. Но мы едем не в казино, а едем покушать сюда. Тут хороший буфет есть. В общем, такой как бы шведский стол. Сами заходите, набираете и кушаете. Сейчас посмотрим, сколько стоит, что перекусим. Может быть, что-то даже подсниму, не знаю, как получится. 3.06 здесь солярка, вот эта цена мне уже больше нравится. Вот, а слева у нас пустыня, видите, совершенно ничегосеньки нету. Впереди меня едет Алекс Баласа Транспорт. Мы встретились недавно по пути из Калифорнии. Вот, и так вместе идем втроем. И четвертый еще Егор нас догоняет потихонечку сзади. Он поломался, как я уже говорил. Вот как-то так. Сейчас заедем и постараемся перекусить. Может быть, покажу, как я уже говорил, что-нибудь, как оно выглядит все внутри. Мы на месте. Ну что же, устал? Да. Что ж ты так-то пашешь этот асфальт здесь своим трейлером? Ты что там есть, еще палец засунул? Кошмар, тут что же, провода поразрываешь. Ну тут да, тут смотри, тут ты... А это там чуть-чуть, все. Ты же раскорябал. А, перестань. Ты посмотри, как ты вылез. Вася, ты вообще нормальный? Ты что такое творишь, да?
Ломаешь трейлер банковский. Это еще не твой трейлер. Свет выключи внутри. А, да? Да. Ты думаешь? Он же ж... Ломаешь трак банковский. Ой, да, друзья. Короче, приехали нормально. Вот еду тут, все поглядываю. Видосики там конфликтные Довира с разными ребятками. А? Что? Да, да, да. Но у него повыше немножко, правда. Там даже спать можно лечь под ним. А твой-то? А то под твой спать уже не ляжешь. Ну разве что туда, в ту дырку залезть. Нормально. Слушай, это номера уже твои, да? Да. А то пенсильванские ставили, точно. О, еще один. Еще один. Ты смотри, он вообще сгреб щебенку. Мама родная. Ну вы, пацаны, вообще экстремалы. Как вы там не рвете все эти. Потом говорите, что на шланги рвутся и лопаются. Ну, блин. Ну, посмотрим. Любители. Посмотрим, пожалуйста. Я всегда... Ты всегда там не можешь заезжать, и все. Я всегда передом паркуюсь только исключительно из-за того, что вот такая вот фигня с вашими трейлерами. Я, Жень, я издалека оцениваю высоту этого бампера, и паркуюсь передом. Так что не надо тут наговаривать. На профессионального... Этого какого? Свет дали. На профессионального кархолера с 6-летним стажем, так что не надо, ля-ля. Смотрите, вот красавчики стоят здесь. Классические тоже. Очень классные. На вид. Вон еще один. Ну что там? Баласа Транспорт, Алекс, Сакраменто. Let's go eat. Я говорю, вы как два брата, слушай, запарковались, трейлер погнули себе, все там, щебенки немерено, а потом говорят, что шланги рвутся. Ну ты загреб там щебенку всю, ты заехал уже. Мы не можем парковаться. Я стараюсь всегда максимум дать назад, потому что если нужно, оставляешь там и здесь паркуешь. Высоко, передом заезжать надо. У меня страховка есть. Вон, видите, у меня торчит. Слушай, ну так мы торчим-то, траки-то стоят, видишь как? Опа, тоже наш едет, да? Давай, давай, сейчас заснимем. Жак, а что не глушишь их? Турбина остынет. Она 2 секунды остывает. Перестань, она 2 секунды. Что, шут, что ли? 2 минуты, ладно. Ой. О, еще один наш едет. Егор догнал нас все-таки. Давай, давай, заезжай. Вот, друзья, называется Route 66, Travel Center. Вон Егорка на каскаде своей светится, едет. Налево, друже. Воняет, да, то солом? Я тоже чувствую, да. Не знаю. Траки новые стоят все, а вот каскадя какая-то. Нет, тоже новые. Чувствую, тосолом сильно воняет, да? Вроде бы у меня дело. Оно ближе к тебе. О, да. Не, нормально. У меня, наверное, с трейлера капает. Тосол? Да. Так, а ну-ка, еще один парковщик. Сейчас посмотрим, загребет ли он. Ты ему сразу посоветуй, чтобы он передом запарковался, как я. Ну, пускай, да, хорошо. Сашка, Сашка, Nationwide, смотри сейчас, как твой трейлер будет ушатывать. Или это не его трейлер? Не, он водит. Не, я имею в виду, это не Сашкин трейлер? Не, не. А, ну окей, ладно, тогда. Не знаю, кого, но ушатывать будут точно. Мало, чтобы этого сейчас Питербилта не оторвать, бабы. О, кстати, с Канады. Канадский Питербилт стоит на юге, в Аризоне. Еще один блогер, видите? С камерой уже, все дела. Короче, все Тесли. Смотри, он нормально заходит. Ничего, нормально. Смотрите, о чем я говорю, ребят. Тут и не залезет. Тут стоит бетонная штука. А так вообще бордюр широкий, пацаны, сильно залезли. Давай, давай.
Заезжай, заезжай. Хорошая, да? Вот так нормально, если хоть трейлер целый у него будет, Женя. Если ему хоть плита бетонная помешала. Ты посмотри, где он цирапнул. Слушай, КамАЗы видишь, такие прикольные. Видишь, численные, есть еще такое расстояние. Да, так бордюр так криво идет. Ладно, забыли. Вот эта мне штука нравится. Это что такое вообще? US Customs, не понял. О, на Канаду, ничего себе. КамАЗики на Канаду идут. Этот как вот там растаможка висит, наклейка. Алекс, посмотри. Засними, как ты запарковался. Они добавили, да. Я тоже думаю, что раньше. Но вот эти заходят, знаешь, а твой. Ты так грибанул его. Это ерунда. Ничего страшного. Оно легко входит. Трейлер не твой, банковский, какая разница. Все правильно. Где наша не бывало, там не бывало, здесь не бывало, да? Вот, видите, Мишак запарковался. Два оригинальных шлёха, короче. Так на буре. А я скажу, здесь прохладно. Слушай, да, я шков-то одел. Прохладненько. Ой, пойдем внутрь. Вот оно, казино. Две моргающиеся стрелы. Сань, твою Вольву будем проигрывать? Да. Просадим сейчас и Вольву, и еще одну в кредит возьмем, просадим. Все, нормально. Короче, все ребята идут кушать. Здесь будет вкусно. Все, посмотрим. 66. Заходим. Слушай, а тут, конечно, казино на Весте. На Весте немерено, да? Да-да-да. Окей. Казиношка. Так, где ресторанчик? Слева, да? Вот здесь ребята забирают ваши кровные заработанные доллары, да, Женя? Да. Да. Что, по соточке спустим или не будем? Покушай сначала по соточке. Я денег с собой не взял. Взял только карточку. Ребята, ждем второй час в очереди. Ты что, прикалываешься? Ждем второй час в очереди. Никак не можем зайти покушать. Ну ладно, брешу. 10 минут. 20. Че? Зачем? Что ты хотел? Что-то показать мне? Короче, уже вроде двигаемся. Вот такой вот у нас праздничный стол, ребята. На Thanksgiving. День благодарения. Кто че, короче? Всем приятного аппетита. Спасибо. Ну, а кто-то мяско, кто-то крабу. Ну, всего по чуть-чуть. Мы только начинаем. Ребята, вот сердечный приступ в одном комплекте. Мяско. Сейчас покажем, что тут есть. Ты неправильно делаешь, это меню 9. А, диетическое меню. Да. Уже говорит, мясо набрал, мы супчика взяли с требухи мексиканского. Он очень вкусный. Жак, хочешь острее, вот перец есть, смотри. С перцем. Так, кукурузка, чесночок. Пойдем дальше. Так, тут вся мексиканская приблуда. Тако, шмако, капусточка всякая свежая. Ну, хорошая, полезная еда. Все, пойдем дальше посмотрим. Покидаем. Покушали, хорошо? Едем дальше. Обожрались, он Алекс говорит. Короче, едем. Я не ел. Че? Еще раз? Жень, да у тебя просто рост такой, тебе кажется. Ага, пока. Короче, пока дойдет, да? Пока дойдет, да, до желудка. До утра уже будет. Ладненько, поедем дальше. Все, друзья, наш день закончился. На сегодня господа кархоллеры заезжают на ночлег. Все-таки с
Солярка здесь дешевле. 3.32, 3.26. Красота. Это у нас пилот. Мы неподалеку от города Амарилло. Амарилло. Я одно, не уверен, если будет парковка.